Еще раз добрый вечер, коллеги. Сегодня мы расскажем вам про такой небольшой как сайт-проект, который у нас был. В итоге из него получилась статья. И я расскажу некоторую предысторию, все, что было, а уже основные результаты. Это Дарья. Так вот, все началось в 2021 году на станции «Восток», где... в сентябре я там был вместе с нашей аэрокологической командой, и мы, как всегда, как обычно, собирали там рак. Вот. Но помимо этого, туда еще приехал Игорь Адамейко со своей компанией. Вот. И Игорь Адамейко, надо сказать, это, занимается он нейробиологией, такой довольно известный ученый. Он сейчас руководитель факультета нейробиологии в Венском медицинском университете, еще руководитель лаборатории в Каролинском университете в Стокгольме. Вот. И он исследует нервные системы, вообще все про них, в основном про развитие нервной системы у беспозвоночных и у позвоночных животных. Так вот, во время какой-то вечерней пьянки он ко мне подошел и говорит, сейчас покажу новый тип. Вот. И как раз, собственно, откуда взял этот новый тип? Тут нужно вернуться во времени немножечко назад, на 2 года назад. Потому что именно тогда на юге Окинавы нырял один подводный фотограф Рио Минимизу. Вот. И Рио Минимизу, он под водой на глубине 16 метров обнаружил очень странного зверя. И вот он даже заснял видео, как этот зверь плавает. Вот так это выглядит. Вот, тут не все в фокусе, к сожалению, но есть еще одно видео. Позже Рио удалось поймать какую-то похожую штуку. Наверное, она немножко отличается, но в целом все похоже. И вот это уже видео, как эта штука плавает в банке. Давайте на него посмотрим. То есть это такой вот шарик, некий желтый шарик, понимаете, какие-то грибные руки. С помощью этих грибных руки он так вот взмахивает и плавает. Причем движения такие довольно синхронизированные. Здесь иногда уплывают, конечно, в стенки, и не всегда хорошо видно, но тем не менее общий паттерн движения как-то... Сейчас, минуточку. Почему-то... А? Что-то у меня... Я что-то нажал, что-то попало. Вообще не реагируешь. А вот, все. В общем, вот так эта штука плавает. Иногда она складывает лапки и как бы тонет. А потом опять запускаются все грибные руки, и она там всплывает вверх. К сожалению, каких-либо других видео, описывающих движение, каких-либо тестов, там, ничего сделано не было. Вот, но, в общем, пока что из видео есть только это. Мы проанализировали немножко движение, оказалось, что как бы движение не совсем хаотичное. То есть тварь, она плывет не абы куда, у нее есть вот некая синхронизация вот этих вот плавательных рук. То есть иногда они все совершают один грибок, такой мощный, всплывают вверх, потом начинается попеременное движение, кажется, каждый из вот этих вот плавательных рук. Иногда бывает, что некоторые из вот этих вот грибных частей они расслабляются, и тогда они вытягиваются назад, и это приводит к повороту общего движения вот, всего вот этого конгломерата. Так вот, Рио, хотя несмотря на то, что как бы он довольно опытный погодный фотограф, он знает много разных зверей, но он тоже был в замешательстве. И опубликовал в Инстаграме вот эту вот фотографию, и попросил помочь ему поделить. Тоже это животное такое. После этого там началось куча комментариев под этим постом, потом они все перекочевало в Твиттер, где тоже как бы вызвало тонну комментариев. Выдвигались огромное количество разных версий. Это что это личинка, какая-то поздняя личинка
морской лилии, или это же некие черви, вот, типа аннелид какие-то странные. Много всего было. Вот. И в том числе Игорь Адамейко как раз он отметился в этих комментариях. И Рио решил, что он отправит ему Игорю материал зафиксированный. Вот. И, собственно, отправил. Единственная загвоздка была в том, что образец был всего один, и он был зафиксирован в формалине. Пролежал 2 года в формалине. Ну, вот это то, что получил Игорь. Как видите, это такая некая сфера, состоящая из множества мелких организмов, вот таких вот желтеньких, много мелких. И еще есть более крупные организмы, вот, собственно, вот эти вот грибные части, и у них есть глазки. А еще есть вот такие вот грибные мембраны. Фо краям своеобразных посол. Так вот, получив все это, Игорь со своей командой из Вены, из Каролинского университета, они смогли сделать очень многое, даже больше, чем очень многое с этой фиксацией, потому что они сделали сканы, они сделали конфокальную микроскопию с иммуноокрашиванием, и трансмиссионную электронную микроскопию. Причем, вот обратите внимание, вот здесь очень хорошо видны все аксоны мышбутиков. Еще раз, это фиксация, которая формалиновая пролежала там несколько лет. Потом формалине, тем не менее, это все удалось. В общем, удивительно даже, что получилось такие хорошие картинки с этого. В общем, у них получилось много разных фотографий, снятых по-разному. И как раз именно презентацию с этими картинками Игорь мне и показывал. И на этих фотографиях, на некоторых из них, у меня закрались какие-то подозрения. Потому что вот на сканограммах, к сожалению, были не очень хорошего качества. Там поверхность была покрыта такой, ну, где-то они были грязненькие. Но где-то кое-что проглядывало. И вот проглядывало, например, вот такое вот. Я вспомнил, что где-то я видел такие шипики. Что-то подозрительное. Ну и на этой фотографии тоже отчетливо виднеются две присоски. И, в общем, пришлось Игорю расстроить, что, кажется, новый тип отменяется. И надо приглашать трематодчиков для дальнейшего изучения. Ну и вот Игорь отправил нам в итоге материал. Вот то, что мы получили. Это как бы ошметки уже от былого великолепия, потому что исходный образец его растрепали, хорошенько выпустили на конфокалы, на темы и все остальное. Ну, а дальше уже этот материал вот Игорь передал Дарье Юрьевне, и дальше она уже расскажет, что было дальше. А, ну и еще маленькая ремарка. Параллельно со всем этим товарищи Вене, они пытались выделить ДНК с помощью протоколов вот Ancient DNA, выделения ДНК. И забегая вперед, можно сказать, что в итоге у них все это получилось. И оказалось, что как бы оба, ну, как понятно, что это уже циркарии, да, что циркарии и вот эти маленькие, и большие циркарии, это все были представители одного и того же вида. Ну, а дальше Дарью расскажи. Итак, да, собственно, получили мы вот таких вот циркалий, а также кучу материалов со всеми этими фотографиями, конфокальными, трансмиссионными и прочими. Вот, решили тоже на них поближе посмотреть и заодно пытаться поугадывать, что это за трематоды могут быть, потому что на тот момент еще было непонятно это, и молекулярные результаты еще не были получены. Давайте посмотрим, значит, на этих животных внимательно. Если разобрать наш конгломерат на отдельных особях, то можно видеть, что он состоит из двух типов циркарий. Одни вот такие вот очень крупные, которые как в виде змеи торчат с одной стороны, имеют огромный хвост с плавательной мембраной. Вот. А вторые, они немного меньших размеров имеют тело, довольно длинный хвост, но, естественно, тоже короче. Но при этом хвост очень тонкий, изящный и явно не приспособлен для какой-то активной локомоции. А внутри вот этого конгломерата маленькие циркарии образуют полусферу, и их тела как бы идут по периферии этой полусферы, очень плотно упакованы. А толщу этой полусферы составляют их хвосты, которые все перепутаны между собой. Вот здесь показан фрагмент, выдернутый пучок этих маленьких циркарий из всего этого конгломерата. И, соответственно, в толщу этой полусферы вставлены хвосты больших циркарий. Ну и как бы и судя по видео, и судя по вот, морфологии этой структуры, становится понятно, что
конгломерат движется только за счет работы хвостов больших циркарий, вот, а маленькие циркарии так спокойненько ждут, когда их отвезут в нужное место. Поэтому, собственно, мы их назвали матросы и пассажиры. Давайте посмотрим на них подробнее. Значит, и те, и другие циркарии при ближайшем рассмотрении, в общем, опознаются как представители этого сорта плоских червей. У них есть присоски ротовая, брюшная, у них есть зачаток пищеварительной системы в виде вот такой небольшой глоточки, мочевой пузырек, шипики на поверхности немножко по-разному расположены. Вот. Те разные формы, то есть маленькие циркарии более коренастые, а крупные они имеют такую уплощенную форму тела. Ну и давайте посмотрим, какие есть различия. Во-первых, как бы, и те, и другие циркарии обладают широкой нервной системой, у них угадывается ганглий церебральный, но только матросы имеют глаза, причем еще какие. Значит, собственно, ну, не глаза, а фоторецепторы, да, корректнее говорить. Они состоят, каждый фоторецептор, из двух пигментных бокалов. Внутри этих пигментных бокалов располагается типичный рабдом, то есть типичные рабдометные фоторецепторы, и с каждой стороны к своему пигментному бокалу примыкает по очень крупной линзе, которые видны даже, в общем, на постоянных препаратах циркарии, не только на электронке. Вот. Здесь мы можем видеть эти глаза и на постоянных препаратах, и на электронке, и на схеме. Что еще? У маленьких циркарий, у пассажиров, были обнаружены железы проникновения, причем довольно массивные, очень крупные. Они занимают примерно, ну, в общем, практически всю переднюю часть тела. Их 6 пар, и протоки их тянутся к передней части. Эти железы видны как такие прозрачные структуры на постоянных окрасных препаратах. И вот на этом конфокале видно, что они безъядерные. Также они хорошо видны на электронке, вот, собственно, сами железы и их протоки. Ничего подобного у матросов не было обнаружено. При этом и у пассажиров, и у матросов присутствует половой зачаток, но по-разному дифференцированный. У пассажиров это такая компактная масса треугольной формы, расположенная дорсальной и брюшной присоски, а вот у матросов половой зачаток, он чуть более сложно дифференцирован, он представляет собой изогнутую вот такую структуру с небольшими ответвлениями. Ну и, наконец, еще одно различие – это пигментация. Если смотреть на фотографии прижизненные вот этого объекта, агрегата, можно видеть, что есть такая ярко-желтая, такая немножко флуоресцентная пигментация в основании хвостов матросов, и она при фиксации исчезает, то есть на фиксированном формалиновом конгломерате хвосты были бесцветными. А вот для пассажиров характерна пигментация, которая сохранилась после фиксации. Вот эта полусфера, как вы видите здесь, она такого коричневого цвета. И на постоянных препаратах видно, что и по поверхности тела циркарии, точнее, не по самой поверхности, а под тегументом, и под тегументом хвоста расположены коричневатые гранулы. И лежат они такой своеобразной сетью или цепочками. Причем эти гранулы, они, кроме всего прочего, еще и характеризуются автофлуоресценцией. Когда только наши коллеги пытались понять, что это такое, их несколько смущало наличие таких автофлуоресцентных гранул, которые еще по своему спектру напоминали какие-то пластиды. Они думали, что это за симбиотические штуки внутри. Вот. На самом деле, до конца мы так и не понимаем, что это за гранулы. Вот так это выглядит на электронке, неправильные формы с каким-то гомогенным содержимым. Не очень ясно, они внутриклеточно располагаются или неклеточно, но они совсем не похожи, например, на какой-нибудь секрет цистогенных желез, лежат совершенно не так, но, опять же, например, цистогенные железы бы отсутствовали в хвосте, если бы это были они. Вот. А здесь они в хвосте присутствуют. В общем, это такая осталась загадка. В общем, что мы имеем в итоге? Мы имеем два абсолютно непохожих друг на друга типа циркарий, которые, как выяснилось уже впоследствии, принадлежат к одному виду, когда были получены секвенсы по этим организмам. И, соответственно, мы с вами получаем, да, вот такой случай очень глубокого полиморфизма на одной и той же стадии развития нематод
И выглядит это все как такое разделение труда. Могу обратиться к вам вопросам. Вообще, что вы знаете про полиморфизм у приматов? Какие-нибудь ассоциации сразу возникают? Нет? Опять к аудитории. Ну да, возникают. Любимые. Среди матросов. Солдаты. Есть и такие, да, но на самом деле есть и более простые случаи, когда мы говорим о, как бы, ну, вот, о диморфизме, сразу возникает мысль о половом диморфизме, который тоже встречается. У приматов, у морих в двух группах, ну, более всего характерно, это шестозома, естественно, и это еще такие паразиты морских рыб, полосные демозаиды, у которых тоже отличаются самки и самцы. И выглядят взрослые особи вот примерно вот так, какие-то непонятные шарики с раздувшимся задним концом. Вот. Но помимо того, диморфизма, на самом деле есть еще несколько случаев, да, диморфизма у приматов описанных. Один из них был описан совсем недавно. Это статья по циркариан трихобликации. В одном и том же моллюске формировались у нее циркария разного размера. Причем, как бы, ну, четко различались настолько по размеру, что одни циркарии были примерно в два раза больше других, и исследователи связывают это с разной стратегией заражения следующего хозяина. Хотя в целом по общей морфологии эти циркарии друг на друга похожи, отличаются только размером. Ну и, наконец, вот тот самый известный пример про рейди солдатов. Приведены картинки из первой, насколько мне известно, работы, где внутри микрогенпопуляции протеинит внутри одного моллюска были выделены две группы рейдей, сильно различающихся по своим размерам и, как описывают, собственно, авторы, по своему поведению. Есть рейди очень крупные, внутри которых сидят эмбрионы циркарии. Они не подвижные, у них не выражены локомоторные придатки. А есть в параллель с этим маленькие рейди, довольно активные, которые могут шустро перемещаться по локомоторным маленьким моллюскам, и при этом они еще... При двойном, например, заражении, они могут поедать спорацид других видов приматов. И исследователи данные предположили, что они имеют дело с кастами внутри вот этой вот группы протеинит, рейди солдаты и рейди такие репродуктивные. На эту тему вышло довольно большое количество работ. Но на самом деле вопросы к этим работам до сих пор остаются, потому что вот, как наши коллеги из обычного института показали, что это скорее не такое жесткое разделение на касты, а это на самом деле особенности динамики репродуктивной в рамках вот этой микрогенпопуляции внутри одного моллюска. То есть просто в отдельный момент времени мы имеем часть генпопуляции, которая находится на ранних стадиях своего развития, вот эти вот самые якобы солдаты, вот, а часть, которые уже выросли большие и уже продуцируют циркарии. Вот. В общем, примеров оказалось не очень много, то есть в нашем случае это прям такой совсем глубокий соматический диморфизм. Давайте теперь попробуем поговорить о том, как такой агрегат живет дальше, зачем он нужен, что с ним должно происходить, потому что, ну, кроме этого образца, у нас ничего нет. Мы пока ничего не видим. И тут придется показать всем жизненный цикл приматов полностью, напомнить, что циркарий является уникальной для них стадией, которая не характерна для других неодермов. Это вторая стадия дисперсии во внешней среде, да, у других неодермов есть только височная личинка. Вот, и циркария, ну, на мой вкус, и, может быть, надеюсь, многие со мной согласятся, это самая такая вариабельная по морфологии, по образу жизни личинка. Что может происходить с циркарией, вышедшей во внешнюю среду? Есть три основных варианта дальнейшей ее судьбы. Это инцестирование на субстрате. Это заражение второго промежуточного хозяина, которого потом съест окончательный хозяин. И, наконец, третий вариант – это когда циркарий непосредственно съедает окончательный хозяин. При этом разные циркарии различаются стратегиями своего поведения, и с этим связаны разные морфологии. Например, есть те, которые активно ищут хозяина, а есть те, которые, наоборот,
ожидают, когда хозяин к ним приплывет, и только тогда активизируются и начинают его заражать. И вот среди стратегий поведения хозяина есть такая генетическая стратегия, как подражение добычи. Она встречается в разных группах нематод, естественно, в общем, очевидно, возникала независимо. Например, из таких известных примеров, это циркария зигит, которые напоминают личинок комаров, и, собственно, таких циркарий рыбка, окончательный хозяин съедает, думая, что это вкусный комарик, а потом получает себе паразит. Некоторые циркарии морские напоминают своими хвостами амлит, да, полихет, видите, такие щетинки у них на хвостах образуются, а некоторые циркарии вообще очень сильно, имеют очень сильное разрастание либо хвоста, либо задней части тела, и по форме своей напоминают разных автономных организмов, рачков, перпендикулярных. Ну и, наконец, да, и тут нужно отметить, что вот таким вот способом может происходить заражение как окончательного хозяина, это вот у Азиги, или даже второго промежуточного хозяина, ну вот обычно, если это рыбка. Наконец, среди циркарий, которые используют стратегию подражания добычи, есть такой тоже еще более экзотический вариант. Это образование конгломератов, агрегатов, когда циркарии сцепляются между собой хвостами. И такие штуки называют крысиный король. И вот на правой двух картинках показаны агрегаты из циркарии, в данном случае это какие-то гетерофидные, это, в общем, это, по-моему, гинеколейные. То есть здесь мы видим вытянутая такая структура, хвостики все своими кончиками сцепились в середине, а на периферии торчат тельца циркарий. Подобные циркарии называются дигоцеркные. И вот подобная идея, если можно сказать, эволюция нематод приходила в голову, тоже в кавычках, их циркарий неоднократно, то есть в разных семействах их можно найти, но при этом такими общими чертами, наверное, можно назвать формирование у подобных циркарий очень крупных хвостов, да, и обычно вот задняя часть хвоста, она используется для того, чтобы скрепиться между собой, то есть там есть такая истонченная часть с клейким секретом, которая обеспечивает склеение зигоцеркных циркарий в агрегат. При этом происходит это все обычно в мантийной полости моллюска, то есть из мантийной полости уже выходит целый агрегат циркарий, а до этого момента они там накапливаются. Интересно, что для некоторых дигоцепных циркарий их пытались как бы отрывать от конгломерата и смотреть на их движение, и получалось, что по отдельности они не могут нормально плавать, то есть у них проблема с балансировкой, они в состоянии плавать только все вместе. При этом, как ни печально, вот дальнейшая судьба таких дигоцепных циркарий в основном неизвестна. То есть описываются как бы эти циркарии как представители какого-нибудь семейства, а дальше жизненный цикл не раскручен, буквально в паре работ описано, что подобные конгломераты съедают рыбы, и после этого циркарии инцестируются у них на жабрах. Но в основном, конечно, эти конгломераты известны только вот как они есть, без жизненного цикла. В общем, зачем нужно образовывать такой конгломерат? Ну, сразу понятно, что это привлекает больше внимания хозяина. В принципе, хорошо иметь большой хвост, да? Хвост – это уже какая-то структура, которую может заметить маленькая рыбка, чтобы съесть. Но если эти хвосты еще слеплены в целый такой комок, то видно их еще лучше. Это во-первых. Дальше, если наш хозяин съедает целый конгломерат циркарий, то это обеспечивает его заражение сразу большим количеством особей. То есть у нас повышается интенсивность инвазии хозяина. И еще одно предположение, зачем нужно образовывать агрегаты, высказывалось, что это позволяет преодолеть фильтр совместимости, то есть что не могут заражаться слишком маленькие рыбки, которые являются неподходящими хозяевами, потому что ну, они не могут съесть этот конгломерат. И так циркарии обходят, собственно, обходят неподходящих хозяев. Ну, наш агрегат из матросов и пассажиров всеми этими свойствами обладает, все эти плюсы ему приносят, но, кроме того, для него еще и характерно получается разделение труда. Ресурсы
На локомоцию нужны только большим циркалиям, циркалиям матросам, а маленькие циркалии, они, собственно, ждут своего часа, когда весь этот агрегат съест следующий хозяин, для того, чтобы в него внедрить. Наконец, собственно, про молекулярные данные, которые были в итоге получены. Это несколько последовательностей, в частности, фрагменты рибосомального оперона, вот, и по ним получилось, то весь этот агрегат, он относится к семейству внезапно акантоканфида, с которыми, на самом деле, мы уже работали на Белом море и не только, в общем, наши старые знакомые. И ближе всего эти агрегаты оказались к представителям рода Плеорхис. Плеорхисы – это такие рыбьи приматоды, которые широко распространены в тропических в основном морях, в Средиземном, Карибском и Юго-Восточной Азии, и относятся они к акантоканфидам клада А, вот эта вот синенькая веточка. То есть, как вы можете видеть здесь, вот эта вот вся группа акантоканфидов плюс парикулдеиды, это приматоды, которые исходно, вероятно, были рыбьими, но одна из людей парикулдеиды перешли на морских млекопитающих, а две остались на рыбах, в том числе наши акантоканфиды клада А. А здесь мы можем также отметить, что среди вот этой клады довольно большое количество представителей обладают какими-то очень необычными циркалиями, и в том числе теми, которые являются подражателями добычи. Они отмечены на дереве вот такой вот звездочкой. Давайте на них посмотрим. Ну, во-первых, это вот наш уже, можно его назвать, Плеорхисом, да, хотя неизвестного вида, потому что нет четкого совпадения с Моритой. А во-вторых, это вот такие циркалии с расширенными задними концами тела. Картинку с ней я уже показывала, они изображают планктонных рачков. И также есть представители рода Термопсолис, для которых, значит, более скромные циркалии характерны, но тоже очень крупные и, вероятно, тоже рассчитывающие на то, что их хозяин примет за добычу. Исходя вот из того, что мы знаем про жизненный цикл, акантоканфид в целом, и ближайших родственников Плеорхиса, что можно предположить, как вообще происходит дальше жизнь нашего агрегата. А, вероятнее всего, формируются эти агрегаты каких-то гастроподов, по-видимому, буксиноидеи, выходят из них, и дальше основной, наверное, вариант реализации жизненного цикла следующий. Рыбки плантоядные съедают вот эти вот агрегаты. Дальше циркарии-пассажиры внедряются этим рыбкам в жабры, там превращаются в метациркарий, а циркарии-матросы, наверное, погибают, то есть они как бы жертвуют собой на благо всей остальной, так сказать, компании. Однако есть нюансы. Мы видели, что и циркарии-матросы, и циркарии-пассажиры обладают половым зачатком, то есть есть как бы потенциальная возможность, что циркарии-матросы тоже во что-то развиваются. И есть такая идея, что если подходящая рыба, подходящая в плане того, чтобы стать окончательным хозяином, съедает агрегат, то матросы могут попадать ей непосредственно в кишку и там, собственно, паразитировать уже как взрослые особи. То есть, возможно, вот такое вот сокращение жизненного цикла. Но это не точно. Косвенным свидетельством этого может быть следующее. Если брать описанных хозяев плеорхисов, среди них есть как рыбы хищные, так и рыбы довольно мелкие, планктоядные, которые вряд ли могут съесть другую рыбу, да, чтобы заразиться через второго промежуточного хозяина. И, может быть, именно так они и заражаются, вот по такому сокращенному пути. Ну, на этом как бы все, примерно все, что мы уже знали, опубликовали. Вот. Но у нас есть, естественно, большое желание продолжить эту работу и как-нибудь добраться до всяких тех теплых морей, найти что-то подобное снова. Во-первых, мы знаем, что это точно не один вид, судя по видео из-под воды и судя по экземпляру, который был в итоге пойман в Рио. Они очень сильно отличаются, вот эти вот два типа агрегатов, и по размеру циркалий, по количеству, и по пигментации. Очень хотелось бы все-таки что-то понять, правда, про жизненный цикл, и посмотреть, как вот эти тип циркарий формируются в промежуточном хозяине. Они сидят в одних и тех же рейдях или в разных рейдях, по очереди они это делают или что-то еще.
Но пока это мечты. Однако есть некоторые результаты, которые позволили нам, ну, как, хотя бы следующий этап жизненного цикла, немножко подтвердить наши догадки по его поводу. Это вот рыбка, которую мы выпросили, поймали, ну, не поймали, мы выпросили, да, в Тайване у рыбаков в этом году в экспедиции, и на жабрах этой рыбки. Мы нашли, значит, если вот здесь присмотреться, такие маленькие коричневые точечки, целая горсть точечек, которые оказались метацеркариями, очень мелкие, с тонкой цифрой, вот так выглядит эта метацеркария, если ее из цисты вытащить, и она имеет такую характерную коричневатую пигментацию. В общем, по молекулярке оказалось, что это очень близко к вот тому нашему плеорхису. То есть, наверное, да, как-то можно предполагать, что внутри вот этого рода плеорхис целая куча есть таких интересных циркарий, которые образуют агрегаты. Подобное расположение метациркарий группой только на одном участке жабры говорит о том, что, скорее всего, они были заражены, собственно, они заразили данную рыбу одновременно из какого-то одного источника. Вот. На этом все. Спасибо за внимание вам и спасибо нашим коллегам, которые сделали очень много для этой работы. Будем рады ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы, которые будут рады ответить. У Александра Михайловича там самый первый вопрос еще две минуты назад. Да, я на самом деле пришел слушать доклад, потому что прочитал статью. Вот, поэтому доклад – это одно, но ведь в веках-то останется публикация. Поэтому у меня сразу два вопроса, по крайней мере, а потом я, может быть, хотел бы и прокомментировать этот сюжет. Вопросы у меня такие. Наверняка в вашем творческом коллективе вы обсуждали вот этот диморфизм. И наверняка была гипотеза, коли вы упомянули о шистозомах, наверняка была гипотеза о том, что, черт подери, а не есть ли это, например, половой диморфизм. Значит, вот, но это мысль, упомянутая в статье и в докладе, но не обсуждается абсолютно. Почему вы отвергаете эту версию? Или там считаете ее непрактичной, нереалистичной? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот чтобы понимать друг друга, давайте договоримся о понятиях, которые вы использовали в статье гораздо чаще, чем сейчас в докладе. Это определение колониальности и колоний. Вот то определение, которым вы отдаете предпочтение. Потому что у Хетчингера там, конечно, каша полнейшая. Вот. А вы-то что думаете о колониях? Спасибо. Как вы их определяете? Давайте начнем с первого вопроса. Ну, мы, кстати, не обсуждали, что это половой диморфизм. Мы просто говорили о том, что как бы из типов полиморфизма вот бывают такие. Здесь очень маловероятно, что это организмы разного пола, потому что вся группа гермафродитная. И если это формируется в одном моллюске, то это в 95% случаев формируется из одного мироцидия. Ну, не знаю, но поэтому это не похоже на шистосом. Шистосом – это у мироцидия уже пол задан, как бы, там глубокое, так сказать, определение пола идет, не как это динозаид. То есть версия о том, что это просто разнополые циркарии, это, да, я согласен, чрезвычайно необычная история. Вы ее отвергаете категорически. Ну, как, ну не категорически, мы ничего практически не знаем, да, про будущее. Но, скажем так, плеоркисы все гермафродитные, известные мориты. Вот, мориты конкретно этого вида, по ней нет, по крайней мере, молекулярки, поэтому мы не можем соотнести. Но вряд ли среди гермафродитного рода там внезапно будет разлинополый вид. И колония определения. Колония. К определению колонии у всех свои подходы, но мы скорее считаем, что это как бы организмы, не соединенные между собой, как, например, в гидроидных полипах и так далее, а не знаю, появившиеся как бы из одного репродуктивного источника, но при этом выполняющие нет, разные функции.
я немножко затрудняюсь, на самом деле, с этой колониальностью, потому что это отдельная тема, с которой мы никогда не сталкивались. Приматоц как бы с колониями в норме все так себе. То есть обычно используют слова вот микрогеоманипуляции, например, для тех же протеин. Для циркари тоже можно использовать другие слова. Вот, в данном случае колония, ну, потому что они объединены между собой, они как-то сообща действуют. Еще тогда один вопрос, извините. А кому в голову пришла идея проводить аналогии с хитчингерским этими зольдатами? Вот опять... в вашей группе. Кто первый ее породил? Мне отчаянно интересно. Это просто из исторических соображений. Просто когда ну, как бы обсуждаешь разные типы, скажем так, разные морфотипы на одной стадии, то сразу возникает эта ассоциация с рейдиями солдатами. Но мы не то, что называли аналогией, мы просто вспоминали, что еще такое бывает, на что это может быть похоже. Хорошо, спасибо. Угу. Пожалуйста, еще вопросы. Онлайн или здесь? Может быть, есть какие-то идеи? Наверное. Пожалуйста. С неопоздалом мы об этом говорили. По молекулярке больших таскающих пассажиров можно отличить? Нет, это один бит. Вы думаете, что это один бит, но вы пробовали ли отличить хоть по какому-нибудь маркеру? Ну, естественно, в смысле, это подтверждено молекуляркой, как бы, естественно, у нас нет полного собранного генома, вот, но те фрагменты хорошо получаются, они совпадают у них. И это уровень, на котором трематоды, дифференцируются в видовой. Вот. То есть 18-28S, там еще хоть что-то, 5,8 тоже, вот эти маркеры у нас есть. Можно интересный большой доклад. А откуда возникла идея о том, что вот эти крупные циркарии погибали? Они точно погибли. Вот это как бы вопрос, потому что если мы рассматриваем обычный жизненный цикл хондрокальпит, то циркария должна внедряться во второго промежуточного хозяина, значит, у нее должно быть железное проникновение. У этих желез нет. Вот, и это как бы аргумент в пользу того, что они погибают дальше, но мы рассматриваем возможность того, что они просто проглатываются и дальше остаются в кишке, если рыбка подходящая. Можно? Да. Скажите, а вы не смотрели на электронный половой зачат? Какое состояние? Там, но все-таки для этого электронка не настолько. Я думаю, мы можем вам показать картинки, может, что-то скажете про них. Там просто сравнить. Там электронки как бы побольше по пассажирам, по матросам. Там мало картинок, в основном они что-то прогладят, наснимали. Но это было без нас еще. Ну вот там, скажем, половой зачат, это вот дифференцирован, это может просто генерировать. Может быть. Ну, выглядит как будто дифференцированно. Я по тотальным аппаратам осталась. Пожалуйста. Значит, обычно я прослушал. У них, значит, есть второй промышленный хозяин, который, ну вот, не у этого вида, а про тех, у которых, значит, известно, значит, его ест рыба, и они внедряются в жабры. Нет, значит, обычно второй промежуточный хозяин это рыба, вот вспомни, неофазис окуляри, о котором Георгий занимается. У него типичный жизненный цикл хондрокальпит. Циркария внедряется в рыбу, плавники. Плавает. Просто плавает. Да, эту рыбу съедает. Вот этого не может быть сокращенный жизненный цикл, что просто съедает рыбу, поэтому они такую штуку огромную делают, чтобы убрать оттуда. А вообще... зачем нам железо проникновение? А, ну они у них есть. Ну и опять же мы вот эту точку нашли. А, да. Ну, черт. Вопрос. А что известно про интенсивное развитие молитвы? Если бывает, что говорят, что циркари должны очень много сидеть, но молитвы должны полноценно кислить. Да, если такая рыба оказывается достаточно много. Что ты пишешь про статьях? Я честно скажу, что я не очень помню. Я сейчас я помню.
Ну, на это стоит посмотреть, да, если их прям много, то это может о чем-то говорить. С другой стороны, опять же, если съедается вот такая рыба, у которой все жабры в медцеркаре, будет то же самое, будет много. Судя по тому, как они сидят, у нас есть витамин. На жабрах эти железы, они по положению, да, и может по происхождению проникновения. Обычно на самом деле цистогенные. Что у трематодов имеется. Это, они продуцируют так называемые сусло внедрения. Это у целого ряда трематодов, если не повторить. Ну, а кальцикопит у других, там же нормальная железа проникновения. Ну, это что, циркарь это похоже? Пока я без. На жабрах, понимаете, зачем на жабрах жить это проникновение? Вот, скажем, вы показали ту, эту самую трематодку, которую мы в свое время называли горгоноцеп. Ну, во-первых, там тоже интересно, там два близких вида, один там глава горгоны, а другой близкий вид. Он вот как одиночный инцеркарий, точь-точь как вот этот, с таким же хвостом. То есть они вполне могут жить один. Так вот, у них живет проникновение, как у всех. Ну, у них же шипы не протирают. Ну да, здесь они, конечно, прям под кобицей. Это же отморстные, да? Больно мощно, нет, вот такие намутые железы, это значит, не первое такое впрыскивание. Это похоже на вот такие быстрые. Я как-то про это не задумывалась, да. На самом деле, про это тоже вопрос, откуда берется циста, потому что ничего цистогенного у... В общем, у этих нет ничего цистогенного, но, по крайней мере, не видно. Ну, у маленьких. Да и у маленьких, и у больших, у всех. Да, ну вот, вот короче, интересно. Спасибо. Да, а вот такой полиморфизм был впервые описан, да, или на циркаре различных? А, ну, вот, мне показалось, там у нас следом какой-то из... Видимо, два раза... Нет, нет, следующего. А, ну все, я понял. Вот эти штуки. Где много объединенных. Там три схемы, мне казалось, что там вот на центральной там какие-то два разных. А, нет, центральная это один, просто здесь немножко другая конструкция. Здесь они склеены не кончиками хвостов, а в основании хвоста. Поэтому торчат наружу как бы в конце хвостов, а вот это тельца. А, понятно. То есть у вас это такая... Первый наход. Ну, типа. Еще, пожалуйста. Онлайн, может быть, есть вопросы? Ну, пока не видно. Ни в чате, ни рук нету. Аудитория. Есть мнение для дискуссии? Да, пожалуйста, мнение. Если вопросы закончились, я в восторге на самом деле от этой работы, от ее качества, от ее тщательности, от такой комплексности. И, разумеется, сам объект просто замечательный, красивый, хорошо сфотографированный, чудесный, классный. И ребята молодцы вообще, что за все это дело схватились. Но опять же я говорю о статье, поскольку доклады, они как бы такие... Они появляются и исчезают, о них забывают, статьи остаются. А вот в статьях там на самом деле тоже все было хорошо и замечательно до тех пор, пока я не дошел до заключения, где, в общем, авторы вдруг все хорошо, все гладко, и вдруг снова апеллируют к эусоциальным насекомым, как это сделал в свое время Хетчингер. За ним подхватил Поулин, потом там Ким еще Моррисон в этом тоже отметился. К сожалению. Значит, и здесь авторы прям дают прямую ссылку на статью Анны Дуарте с авторами и проводят прямые аналогии, забывая, вернее, не обращая внимания на то, что как раз принципиальной чертой вот таких колоний у эусоциальных насекомых является монополизация размножения. Монополизация размножения. Отсюда дальше уже идет какое-то разделение труда,
Отсюда уже дальше идет какая-то кастовость, дальше начинается их дробление и так далее. В основе лежит как раз монополизация размножения. Интересно, что, я обращаю на это специальное внимание, что ни в случае хетчингеровского мифа о этих солдатах, ни в этом случае, в общем, нельзя подозревать в том, что вот эти разноморфные, полиморфные особи, они дискриминированы каким-то образом в смысле размножения. В вашем случае это, например, циркарии, да, имеют какие-то половые зачатки. Значит, у химастлы там действительно с самого рождения у этих рейдей, и замечательно, абсолютно Кирилл Галактионов с командой показали, что там есть герминальные массы, там, в общем, находятся у всех практически эти зародышевые шары. И в результате получается так, что Хетчингер с авторами породил такой кликбейтный миф. А я напомню, что такое миф в понимании, например, историков. Это вообще-то реальные события в изложении дурака такого. Значит, весь их сюжет вот с этой социальной структуры у рейдей, трематод, это такой прям дидактический пример мифической интерпретации реальных фактов. Вот практически все, подчеркиваю, все аргументы их могут интерпретироваться иначе, если хорошо знать биологию, например, этих самых химастл. Вот просто без всякого привлечения потусторонних сущностей и в рамках, как говорят всякие конспирологи, как бы официальной науки, официальной триматодологии, официальной биологии тримата. Значит, чем опасна оказалась эта история, которую, видимо, породил Хетчингер как эколог, мало знакомый с предметом исследований, почему-то там Вуд с Курисом почему-то это дело поддержали. Не знаю, пускай историки науки в этом разбираются. Но проблема в том, что дальше это подхватил Поулин, вот, с авторами тоже. Но они абсолютно критически к этому не отнеслись. Они просто взяли и понаписали, и сделали обзор о том, где с их точки зрения еще встречаются. Причем, чем я особенно возмущен оказался, они мою работу, которую я напрямую пишу о том, что у химастлы не может быть никакого разделения труда среди разновозрастных рейдей просто. Просто разновозрастные рейдей. Там нет там никакой специализации по кастам. Значит, они ее, оказывается, включили в список тех статей, в которых якобы доказано это самое разделение труда. Ну, это просто прохиндейство какое-то. Дальше бедолага Ким Морицын в это дело вляпался. Но он, как мне сказал, потом у него просто гранты были. Он под это дело в торопях взял грант. А дальше нужно было как-то отчитываться, видимо, в той же самой парадигме, что он там в результате делал со своими студентами. Значит, как это относится к этой работе? Я просто очень разочарован тем, что авторы для того, чтобы привлечь внимание к их сюжету, а это надо делать, надо, разумеется, популяризировать наши исследования, значит, но все-таки, да, они применили вот эту аналогию с мифом от Хетчингера. Это очень печальная история, потому что, на самом деле, сам по себе этот факт и их работа были абсолютно самодостаточны. Без Хетчингера его социальных трематод можно было обойтись абсолютно очевидно. Насчет того, колонии или нет. Да, над этими определениями, конечно, надо думать, потому что там колонии бывают всякие. Это и политико-административное деление, там колония и метрополия. То, например, там, я не знаю, колония нудистов на пляже. Там же на пляже может быть, например, и колония котиков. Вот. Но будет ли колонии там, например, просто толпа отдыхающих, как котики там лежащие, мы как бы уже слабо подозреваем. Замечательная статья и очень тугая интерпретация. И от этого мне становится немножко печально. А авторам в их дальнейших вот таких упражнениях я просто желаю всяческого успеха, потому что это чрезвычайно интересная модель. Но как вы ее будете делать без вида, без того, чтобы
Это все находилось в лаборатории, прям вот так вот очень доступно. Взял, ну или по крайней мере в каких-нибудь садковых цикловых экспериментах. По крайней мере, этот материал должен был бы доступен. Мне все-таки думается, что это разнополые особи. И, честно говоря, я бы на это даже сделал какую-то ставку. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович, спасибо за такой подробный разбор. А какие есть еще мнения? Мы ответим на вопрос. Да, пожалуйста. Да, и... Вот. Ну, во-первых, хотим отметить, опять же, мы не то чтобы проводили аналогию с реддими солдатами, но просто их нельзя не упомянуть в контексте, как бы. Вот так. Почему, объясните мне, во что Поулин вообще бьет за это или что? Ну, просто, ну, это очень... Он вас на конференции не пускает или как? Он вам гранты не дает, если вы не упоминаете его. В чем там проблема с этим Поулиным? Старик просто ошибся. Вот хватанул с потолка что-то такое. Теперь везде... Мы что, теперь что, должны все это повторять везде? Абсолютно нет. Опять же, мы это не то, что повторяем. Во-первых, мы просто упоминаем эти работы. И даже в первой редакции мы так написали, может быть, немножко грубовато, что, скорее всего, это все полная чушь про леди солдат. Но нам рецензент сказал, что вот не надо, пожалуйста. А вот это и был Поулин, ребята, я вам скажу. Он, видимо, этим постоянно сейчас и пользуется. Вот. Про разнополость я абсолютно не верю. Что еще? Не знаю, вот, Алексей, что-то дополните, потом он не... Да, еще раз про то, что мы, так как у нас, в принципе, вот этот полиморфизм, то, к сожалению, мы просто не могли не процитировать другие работы, где он хотя бы как-то упоминался. Но мы, на самом деле, мы там в дальнейшем в обсуждении вспоминаем, что как мы сами не особо согласны с Поулиным и всей компанией насчет... кастовой организации именно Портонит. Вот. Но полностью проигнорировать их работы тоже как бы было не очень хорошо, потому что все-таки, ну, как бы они опубликованы, они действительно есть, там можно, ну, как бы... Они, к сожалению, появляются... Коллеги, там есть уже целая литература на эту тему. Да. Помимо этой замечательной статьи Кирилла Галактионова, я, по крайней мере, в двух статьях упоминал о том, преодолевая сопротивление рецензентов. Но, тем не менее, упоминал о том, что это полная фигня. Там, например, вот те фотографии, что вы показывали, это на самом деле это неимоверная залипуха. Вы можете представить Рейдию, которая привыкла к обитанию в исключительно плотных таких протоках кровеносной системы в районе, например, где там гипоталамус. Она сжата со всех сторон, она идеально к этому приспособлена. Но в то же время она абсолютно беспомощно оказывается, например, на дне пластиковой чашки Петри. Ей там не за что зацепиться. А она не имеет никакой опоры. Мало того, что там шок от смены среды, так там, собственно, и механическая опора никак не найти. Разумеется, Рэдди в этой ситуации начинает махать лапами. Но это как тигра поместить, например, в невесомость. Что он будет делать? Да, махать лапами в попытке хоть за что-то зацепиться. И вот эти попытки прикрепиться к соседним Рэдди как раз и воспринимались, видимо, Хетчингером как такая попытка нападения и атаки. Это совсем, конечно же, не так. В моих экспериментах инвитро эти ювенильные рейдии, да и рейдии постарше, в состоянии были каким-то образом прикрепляться и присасываться, и питаться только лишь на уже погибших тушках. Понимаете, те, которые из серии сопротивления не могут оказать, у которых чуть-чуть, видимо, тегумент подразрушен, вот к ним они могут как-то прикрепляться, присасываться и их поедать. Но нападать на чужую радио, нет, они не в состоянии. Извините. Спасибо. Хорошо. Есть ли еще... Мнение, суждение. Во-первых, Бог Божий, это самый Поулин, он не старик. Во-вторых, понимаете, вот откуда все это теория? Очень просто. Все, кто публиковал вот эти основополагающие работы по Поулинянски, все их помнят. Они все блестящие, Поулин совершенно. Я всех их знаю лично. Курицы, и Поулина, там, и Хетчингера. Они прекрасные люди. Но они не бельме, морфологии, биологии развития и прочее.
для них понятия герминальные какие-то массы, герминальные конфликты, народы повышали, для них просто это ну, совершенно непонятная вещь. От этого и берутся курицы, между прочим, исходные. Он занимался паразитологией, насекомыми. И одна из его первых работ 1974 года, гитарная кастрация, она на паразитологии. Понятно, что у него в голове колонии паразитоид. Ну, Хечингер его ученик. Роб Полин всегда подхватывает то, что вот какое-то вот что-то новенькое. И тоже, конечно, и там морфологов нет. Поэтому вот это, видимо, их... Ну... Вот, Косила, меня здесь больше интересует другое. Почему? Почему ребята вот этого поколения, замечательные, чудесные, умные ученые, почему они боятся возражать им, вот этим рецензентам? Ну, напишите вы. Отстаньте вы с этим Хетчингером. Господи, упоминать его. Нет. Я больше не буду, что это совершенно ушли от темы. Извините, ушли, да. Спасибо.